Друзья, приветствую всех! Сегодня я вам расскажу, с чего начать свой путь к богатству. То, о чем я вам сейчас расскажу, это основа основ. Без этих основ вам будет очень-очень тяжело разбогатеть. Без этого вообще нельзя. Ребята, обязательно досмотрите это видео до конца. Я с этого начинал. И вообще в этом я вижу самую большую проблему. Именно из-за этого у людей ничего не получается. Почему у людей ничего не получается? Потому что у них есть убеждения, которые им внушали с самого-самого детства. Люди просто запрограммированы, вот у нас, именно у нас, они запрограммированы, блин, на бедность. Вот почему все так происходит. Вот, смотри, нам говорили, видишь, деньги зарабатывать тяжело, деньги зарабатывать тяжело, деньги зарабатывать тяжело. Вот смотри, как мы тяжело работаем, все, деньги зарабатывать тяжело. Это первое убеждение. Это убеждение вам нужно нахрен выбросить со своей головы. Деньги зарабатывать легко. Деньги зарабатывать легко, денег хватит на всех. Я заработаю столько, сколько захочу. Вот как вы должны себе говорить. Знаете, почему деньги зарабатывать тяжело? Почему? Только потому, что вам так говорили. Все. Деньги зарабатывать тяжело только потому, что вам так говорили. Все. Потому что вам показывали это все время, всю вашу жизнь. Все, вы в это поверили, и теперь у вас сформировались такие убеждения. Все. Только вы хотите что-то начать, у вас барьер. Деньги зарабатывать тяжело. Нет, это не для меня. Нам все детство говорили, вот, они богатые, мы бедные, это не для нас, это не для меня, деньги тяжело зарабатывать, вообще туда не суйся, да нет, ты туда вообще не лезь, там, короче, ужас. Вот и все, и вас это останавливает. Так вам всегда, блин, говорили. Напоминаю, ребята, это видео для тех, кто хочет разбогатеть, только для тех, кто хочет разбогатеть, кто понимает, что богатство это не только машины, развлечения, отдых. Для тех людей, которые понимают, что богатство – это большая-большая ответственность. Это и стрессы, это и риски, вы должны это понимать. Так, я вас предупредил, погнали дальше. И вот некоторые опять мне могут сказать, да ты несешь полнейшую, блин, хрень. Как тебя вообще можно смотреть? Что ты за дичь нам втираешь? Как это деньги зарабатывать легко? Деньги зарабатываются тяжело. Люди будут подвергать сомнению все вокруг, все. Ты не так говоришь, ты не так говоришь, да это все херня, да я знаю лучше. Они будут сомневаться во всем, только не в своих убеждениях. Никогда человек не скажет, блин, а может я до этого неправильно мыслил, блин, а может все, что я знал, это ошибка? Никогда так человек не скажет. Он будет смотреть мое видео и говорить, да ты несешь полнейшую херню. Деньги зарабатывать тяжело, все, не хочу тебя слушать, все, я выключаю это видео. Вот как у нас люди реагируют, они не хотят задуматься, блин, а может реально мои убеждения мешают мне. Если бы вам все детство говорили, что деньги зарабатывать легко и показывали кучу примеров, у вас сформировалось бы другое убеждение. Вы бы знали, что деньги зарабатывать легко. Что вы сможете заработать столько, сколько захотите. Я с этого начинал. Я выбросил нахрен все свои убеждения. Деньги зарабатывать тяжело? Тяжело, конечно же. Никто не спорит. Это правда. У вас была такая правда. У меня была такая правда. Но я хочу, чтобы вы поверили в другую правду. Деньги зарабатывать легко. Это тоже правда. Все, я вам уже говорил, в этом мире правда. Нужно много там вкалывать. Да, это правда. Все правда, но вы должны вытащить старую правду и засунуть сюда чип новой правды. Я вам уже говорил, я когда работал, я работал тяжело. Я не могу сказать, что я работал тяжело. Я работал очень много, да. Я вкалывал, если хотите так это назвать. Я работал очень много. Я садился за комп, смотрю, уже 6 утра, еще часик посижу, уже 11. Понимаете, я работал на энтузиазме. У меня было полно энергии, я хотел чего-то добиться. Я не могу сказать, что я тяжело прям вкалывал, что я там работал через боль, через пот. Нет, мне это нравилось, я кайфовал. Я не сидел за компом и не говорил, блин, поскорее бы закончить, хочу уже спать, блин, как же мне надоела эта работа, я больше не хочу этим заниматься, блин, но нужно это делать. Нет, я просто сидел, я просто в этот процесс вливался, погружался с головой и не замечал времени. Вот как я работал. Я работал на энтузиазме. Я работал, блин, с огнем внутри, понимаете? Это не было тяжело. Я кайфовал. Я ложился. Я даже спать не хотел. Я ложился и уже себе думал, блин, вот я проснусь и уже начну так, и уже начну так-то и так-то делать. И вот, вот такую стратегию попробую. Когда я книгу читал, я не мог усидеть. Я вскакивал, брал тетрадь, записывал идею.
залез в Google, уже что-то гуглю, потому что, чтобы не потерять мысль, понимаете? Вот как я работал. Я работал очень много. Но я не могу сказать, что я работал тяжело. Вот в чем разница. Поверьте в свою правду. Итак, друзья, с первым убеждением мы разобрались. Начинайте себе говорить, деньги зарабатывать легко, начинайте говорить это своим детям. Я заработаю столько денег, сколько захочу, денег хватит на всех. Вы начинайте в это верить, начинайте в это верить. И второе убеждение, что вот деньги это зло, тоже нахрен это все выбрасывайте. Деньги это хорошо, деньги это добро, деньги это счастье, в деньгах счастье, деньги это любовь. Богатые люди это самые хорошие люди. Богатство – это хорошо, богатые люди – это самые хорошие люди. Вот как вы должны себе говорить. Богатые плохие? Да, богатые плохие. Это тоже правда, это тоже, блин, правда. Но вы эту правду уже знаете. Вам об этом говорили, блин, с самого детства. Зачем она вам? Начинайте концентрироваться на другом. Богатые хорошие, добрые, они там помогают нуждающимся, занимаются благотворительностью. Это правда? Да, это правда. Есть такие богатые. Есть и плохие богатые. Вы должны верить в другую правду. И начинайте себе говорить, почему богатство это хорошо, почему деньги это хорошо. Потому что с помощью денег, да, я могу сделать своей маме подарок. Я смогу сделать своей девушке подарок. С помощью денег я смогу помочь бабушке, купить ей там лекарства. Понимаете? Я смогу помогать людям. С помощью денег я смогу построить, блин, больницу и вылечить там кого-то. С помощью денег я смогу там охранять животных. Я могу спасти лес. Понимаете, кучу полезных вещей можно делать с помощью денег. Начинайте верить в такую правду. Начинайте все это прокручивать в своей голове. Опять же, ребята, я с этого начинал. Я прокручивал вот такие вот мысли в своей голове. Это основа основ. Образ жизни родителей, образ мышления родителей, знакомых, всех окружающих. Все время, вот там 20 лет, блокировали меня, понимаете? Они блокировали мое богатство. И у вас также. Начинайте меняться. Говорите себе раз за разом, деньги это хорошо. В деньгах счастье, в деньгах счастье. И опять же, кто-то со мной не согласится. Да нет, счастье не в деньгах. Я уже вот устал от таких людей. Счастье во всем. Счастье в любви, счастье в здоровье. Счастье, блин, в родителях. Счастье в деньгах. В деньгах счастье. Если вы деньги из этого списка уберете, вы никогда не будете по-настоящему счастливым человеком. Счастье во всем, в каждой мелочи. Вот счастье в телефоне. Вот в этом телефоне счастье. Огромное счастье вот в этом кусочке, блин, не знаю, пластика. Что здесь? И стекла. Потому что с помощью этого устройства вы можете позвонить своим родителям и сказать, как вы их любите. С помощью вот этой вот штуки вы даже можете увидеть своих родителей. В этом счастье. Ну разве в этом не счастье? Вы сможете позвонить своей любимой и сказать, как вы ее любите. Но вы не сможете позвонить, если на счету не будет денег. Значит, счастье в деньгах. И теперь скажите, что счастье не в деньгах. С помощью денег вы звоните своей любимой и говорите, как вы ее любите. Так почему счастье не в деньгах? Почему? Ответьте мне. Критики, хейтеры, ответьте, почему счастье не в деньгах? Счастье во всем. Есть люди, да, которые богаты, но они несчастливы. Они другими путями там добивались богатства, но они несчастливы. Почему? Потому что вот они выбросили деньги со списка счастья. Они могут сказать, я уже столько заработал, но я не вижу в этом ничего хорошего, мне уже это надоело. Почему так? Потому что они вычеркнули деньги со списка счастья. Все. И они пытаются что-то найти и не могут этого найти. Нахрена вам такое богатство, если вы не будете счастливым человеком? Вот почему нужно прорабатывать эти убеждения. Всегда их нужно прорабатывать. Вытаскивайте старую кассету правды и вставляйте новую кассету правды. Ребята, понимаете, это основа. Что посеешь, то и пожнешь. Я уже этот принцип объяснял миллион раз. Что посеешь в своей голове, то и пожнешь. Лучший пример это огород. Что посеял на огороде, то и пожнешь, правильно? Если вы тут сеете нехватку денег, если вы сеете в своей голове, деньги зарабатывать тяжело, деньги это плохо, богатство это зло, богатые люди это плохие люди. Ну, как вы добьетесь процветания? Как вы добьетесь больших выдающихся результатов? Как? Как вы будете много зарабатывать? Да никак! Ну вы же посеяли здесь нехватку денег. Пример с огородом. Посеяли картошку. Что у вас вырастет, скажите? Ну, конечно же, картошка.
Ну не вырастут у вас розы с картошки, блин. Осознайте это. Это основа, что посеешь, то и пожнешь. Посадил картошку и жди урожай. Не приходи на огород и не говори через недельку: где моя картошка? Время, блин, нужно. Опять же, пример с огородом. Это лучший, блин, пример. Посадил картошку и жди картошку. Если хочешь розы, посади, блин, у себя в голове розы. Вот и все. Это же так просто, это же так элементарно. Начинайте с этим работать. Это основа основ. Но у нас люди все равно этого не понимают. Они будут смотреть вот такие вот видео и говорить: да ты, блин, херню несешь. Чтобы заработать деньги, нужно брать и делать, нужно действовать, действовать. Да вы кучу времени потратите на действие, кучу сил с таким, блин, мышлением, с такими убеждениями, понимаете? Что делают люди? Они пытаются найти новый сорт картошки. Они все время садят картошку. Посадил картошку, выросла картошка, они говорят: какого хрена, почему у меня нет денег? Может, сорт не тот? Меняют сорт, но все равно вырастает картошка, понимаете? Блин, это лучший пример с огородом. По-другому вот не объяснишь. Они пробуют что-то новое, а растет все равно картошка, потому что они садят картошку, они меняют сорта, но будет вырастать у вас картошка. Вам нужны семена роз, и тогда ваши действия будут сконцентрированы в правильном, блин, русле, понимаете? Вы будете действовать правильно, не то чтобы правильно, вы будете действовать эффективно. И вот тогда с помощью этого и правильных действий добьетесь, конечно же, успеха. Короче, ребята, задумайтесь над этим. Пожалуйста, подумайте над своими убеждениями, над своими. Не вы написать гадости сможете в любой момент. И сказать, что я несу херню, что это все ерунда. В любой момент. Но подумайте над своими убеждениями. Это очень важно. Я с этого начинал. И это просто. Для этого ничего не нужно делать. Нужно просто работать со своей башкой. Все. Не нужны связи, не нужны тебе деньги для этого, не нужны какие-то суперспособности, навыки какие-то. Ничего не нужно. Нужно просто брать и работать над своим мышлением. Все, ребят, это все, это основа. Из этого вы начинаете свой путь к богатству. И тогда уже идут действия. Тогда, конечно же, идет работа. Нужно много работать, много. И тогда вы добьетесь. Но без этого или будет тяжело, или практически невозможно, если вы здесь ничего не измените. Да, вы прям напором, прям тяжелым-тяжелым трудом сможете чего-то достичь, но это будет так тяжело, и вы от этого не будете получать никакого кайфа, никакого удовольствия, вы не будете видеть в этом счастье, и вот вы достигнете, да, чего-то, и потом скажете: блин, нахрена я так рвал задницу, я не вижу в этом счастья, я, оказывается, несчастливый человек, нахрена вам это? Я учу вас в первую очередь быть счастливым человеком. Для чего мы зарабатываем деньги? Чтобы быть счастливыми. Чтобы дарить счастье другим людям. Чтобы помогать другим людям. Чтобы себя радовать какими-то приятными вещами с помощью денег. Вот для чего нам деньги. Друзья, на этом все. Буду прощаться. Я с вами поделился теми основами, теми азами, с которых я начинал. Эти азы мне помогли. Дальше выбор за вами. Хотите, слушайте меня, хотите, нет. Но просто задумайтесь, хотя бы просто задумайтесь над моими словами. Всем огромное спасибо за просмотр, за поддержку. Подписывайтесь на все мои полезные каналы, ссылки в описании. Подписывайтесь на основной канал Инстардинг. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Если этот видос понравился, обязательно поделитесь им с друзьями и поставьте лайк. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока.